Всем привет! И в этом видеообзоре я покажу корпус от автобуса ЛиАЗ-5256 в масштабе 1 к 43 от производителя Start Scale Models, который мне подарил мой друг. Этот корпус ему не был нужен, он мне его дал, сказал, посмотри, может быть, ты из него что-нибудь сделаешь. И как видите, он не совсем комплектный, здесь только кузов, некоторые элементы остекления, но плюс в том, что он окрашен и на нем практически нету сколов краски, вот только здесь небольшой скол, где должен быть поворотник, ну и некоторые места, где были приклеены боковые окна. Как видите, не хватает трех передних окон, также не хватает одного маленького окошка на передней дверце, но в целом, в принципе, из этого корпуса при желании можно что-то сделать. Вот так он выглядит изнутри. Также есть осветительная техника, есть небольшой шильдик ЛиАЗ, он нанесен методом тамповки. Ну, в принципе, отсутствует передний бампер, есть, видите, табличка с маршрутом. И также есть задняя осветительная техника, но почему-то, вот видите, здесь стерлась надпись ЛиАЗ, только буква L и Z, и передняя цифра, и последняя осталась от индекса. Есть задний бампер, но он нуждается в ремонте. Ну, видите, в принципе, вот такой корпус. У меня также есть цельный автобус от производителя Classic Bus. Эта модель, конечно, по качеству исполнения мне нравится больше, чем у Start Scale Models. И изначально, когда я хотел уже что-то сделать из своего первого корпуса, который мне также подарили, вот он, видите, полностью красный. На этот корпус я уже делал небольшой видеообзор. То я думал так, что изначально я разберу модель от Classic Bus, выну из нее ее салон и, в принципе, сниму размеры и сделаю точно такой же салон из листового пластика. Но с этим автобусом оказалась такая ситуация, что корпус здесь вклеен вместе с полом, и разбирать этот автобус, чтобы его не поломать, практически у меня не удалось, поэтому я оставил его как есть. И вот у меня сейчас небольшая дилемма, откуда мне взять два салона для своих автобусов от Start Scale Models. Сейчас модели от Classic Bus можно приобрести за, если не ошибаюсь, 3500 рублей. В другой окраске белый автобус с желтой полоской, но ради того, чтобы разобрать автобус на запчасти, его покупать не очень хочется, поэтому если у вас есть, скажем так, на продажу запчасти от автобуса ЛиАЗ-5256, именно от производителя Classic Bus, то напишите мне в мою группу ВКонтакте, я рассмотрю ваше предложение. Если оно меня заинтересует, то я с вами свяжусь. Запчасти от именно автобусов от Start Scale Models меня не интересуют, потому что у них хуже детализация, чем у Classic Bus, и нету смысла, допустим, собирать вот такой автобус от Start Scale Models. В принципе, по цене он обойдется как точно такая же готовая модель. И также у нас этих автобусов в столице не было. Некоторые автобусы ездили ближе к границе с Российской Федерацией, но вживую я их не видел, поэтому, честно сказать, я даже не знаю, что делать с этими корпусами. Если у вас есть какие-то предложения, то тоже напишите в комментариях, какие, в принципе, варианты можно сделать. Я знаю, что такие ЛиАЗы есть с немножко иным расположением задних фонарей, а они стоят не горизонтально, а вертикально. И также были варианты вместо трех дверей с двумя, спереди и сзади, а вот эта средняя дверь отсутствовала. Так что, в принципе, вариантов, я думаю, много, и можно что-то сделать интересное, но пока что идей по поводу этих корпусов у меня нет. Напишите ваш комментарий, что вы думаете по поводу данных моделей. Есть ли у вас модели от Start Scale Models или от Classic Bus? Какой автобус вам больше нравится? И не забывайте поддержать это видео лайком и подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны. Всем спасибо за внимание, до новых встреч, пока!